Привет, друзья! Хочу вам рассказать, как связать такую вот классную шапочку из хлопка. Такое вот закрытие петель интересное, очень красиво смотрится. Мне не жарко, она такая легенькая. Смотрите, я использовала спицы круговые 43 сантиметра, получается 2,5 миллиметра. И для закрытия я использую также этот же размер, только чулочные спицы. Также мне понадобится крючок 2 миллиметра, и я вяжу вот из хлопка. У меня здесь в 4 нити идет он. Получается одна нить, метраж идет в 100 грамм 1600 метров. Если 4, у меня получается метраж 400 метров в 100 граммах. И при этом я использую спицы 2,5 миллиметра. Кому интересно, давайте приступим к вязанию. Шапочку вязать несложно. В этом видео я вам расскажу, как делать закрытие такой петель. Потому что здесь просто идет резинка 2 на 2 и также лицевые петли по кругу. Нет никакого узора, все достаточно просто. Для шапки я набирала 97 петель. Одна петля и шла здесь для соединения. И вязала я на 96 петлях. Резинку 2 на 2 провязала, а дальше просто по кругу лицевые петли. Теперь я вам покажу, как сделать закрытие петель, убавление для макушки. Для этого нужно распределить все петли. У меня на 4 спицах по 24 петли. И как раз на середине мы будем делать убавление этих петель. Для этого я пущу одну среднюю петлю и с обеих сторон буду пускать одинаковое количество петель, только на одну будет их где-то меньше. Смотрите, с одной стороны я буду спицы пускать 11 петель, со второй 12 и будет средняя одна петля. Таким образом, нужно провязать сейчас не 11 петель, а на 2 меньше, это будет 9 петель. И сделаем убавление одной петли. Я провязала 9 петель. Теперь разворачиваем 2 петли в обратную сторону и делаем убавление. Так мы убавим одну петлю. Дальше петлю провязываем лицевой. И две мы за передние стенки провязываем с наклоном вправо. Такие убавления в первом ряду делаем для каждой спицы. И дальше до конца мы провязываем петли. Смотрите, провязала я первый ряд убавлений. На каждой спице сделала такие же, как и на первой спице. И теперь второй ряд, а второй ряд мы просто провязываем лицевыми петлями по кругу без убавлений, так же как и все четные ряды. И хотела еще померить и сказать вам, сколько сантиметров я провязывала до того, как сделать убавление. Это 15,5 сантиметра. Потому что шапочка растянется, и она на сантиметр меньше будет. Таким образом, давайте провяжем второй ряд. Просто лицевыми петлями. Смотрите, теперь третий ряд. Не довязываем до центральной лицевой петли, чтобы сделать убавление 2 петли. Так провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делаем убавление. Вот я не довязала 2 петли. Разворачиваем их в обратную сторону и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Дальше провязываем 1 лицевую и 2 вместе лицевой с наклоном в
справа за переднюю стенку. И здесь у нас получается 9 петель. Таким образом делаем убавление с каждой спицы. Третий ряд. Смотрите, четвертый ряд мы провязали без изменений лицевыми петлями. Сейчас будем вязать пятый ряд. Такие получаются убавления петель. Снова провязываем к петле центральной лицевой, не довязывая 2 петли. Разворачиваем петли и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку. И дальше лицевые до конца ряда. Таким образом мы делаем убавление в нечетных рядах. В четных мы провязываем лицевыми петлями без убавлений и вяжем убавление вверх. Смотрите, вот я сделала убавление лицевых рядов. Нечетных с убавлениями я провязала 10, а также четных лицевыми петлями без убавлений я провязала также 10. Всего 20 рядов провязала убавлений. И в итоге на спицах осталось по 4 петли. И теперь при помощи крючка мы должны их вместе стянуть. Для этого я против часовой стрелки переснимаю петли на крючок. И протягиваю через них петлю. И так с каждой спицы. И эту же петлю протягиваю. Дальше тяну за нить, чтобы петля стала маленькой. Делаю петлю. Так вытягиваю. Дальше отрезаю нить, оставив примерно 7 сантиметров. Вытягиваю петлю. Хорошо здесь затягиваю, чтобы не было дырочки. И вывожу нить на изнаночную сторону. Здесь фиксирую. И дальше просто прячу под петли. Смотрите, в итоге получилось такое вот красивое закрытие петель. Очень аккуратно и красиво смотрится на голове. И такая шапочка у меня получилась. Всего высота ее 19 сантиметров. В ней не жарко, она из хлопка. Отличный вариант для весны.
Всем спасибо за внимание, смотрите видео и подписывайтесь на канал. Всем пока!